Спанч Боб, за что ты меня посадил в тюрьму? Даша, ты пыталась украсть мой секретный рецепт Грабсбургера? Ну, Спанч Боб, зачем мне твой секретный рецепт Грабсбургера? Я вообще люблю картошку фри из Макдональдса. Если ты расскажешь кому-нибудь мой секретный рецепт Грабсбургера, то он перестанет быть секретным. Поэтому ты теперь всегда будешь сидеть в тюрьме. Что? Да, просто посмотрите, вот тут ходит вот этот Спанч Боб и проверяет, чтобы я никуда не убежала. Так, хорошо. Ну что, как там она? Так она вроде сидит в клетке. Ребята, просто посмотрите на этого Спанч Боба. Он просто только что чесал себе там что-то сзади. Вот видите, стоит, что-то там делает. И просто раз развернулся и пошел. Что у нас тут вообще есть в комнате? У нас тут есть замечательная кровать. Потом вот такая вот дверь, которая никуда не приводит нас. И окно. Через окно мы с вами ничего не видим. Просто оттуда нам поступает воздух. Офигенно, ребят. Вот тут у нас еще вот книги всякие лежат. О, ребята, посмотрите. Это же вентиляционная клетка. Давайте мы с вами в нее туда пройдем и посмотрим вообще что да как. Ребята, так слушайте. Это, наверное, лучший способ, как сбежать отсюда. Главное, чтобы Спанч Боб отсюда не увидел. О, нет, кажется, он смотрит. Так, мне надо, ребята, срочно отсюда уходить. Ударить по этой штуке. Хорошо, давайте мы с вами удаляем. Отлично, ребята, посмотрите просто, где мы с вами находимся. Видите, вот тут вообще у нас ананас лежит. Вот тут все тоже сбегают, видимо. Не я единственная хотела украсть секретный рецепт Грабсбургера. Ведь действительно, ребят, многие, кто любят бургеры, там все такое, и получается, ну, наверное, они тоже хотели как раз-таки украсть секретный рецепт Грабсбургера. А вот и Планктон, Планктон, а тебя за что посадили? Ну, вообще, я тут давно сижу. Мне так тут скучно вообще. Я тут вышел воздухом подышать. Ну, дыши, Планктон, воздухом. Мы тебя не будем отвлекать. Просто, ребят, посмотрите на Планктона. У него, знаете, получается, из головы такие две антенны свисают. Это выглядит, на самом деле, так странно и немножко забавно. Да. А это что внизу? Это что, губка Боб только расширенный? Видите? Или это сыр? А, так это, наверное, сыр для Грабсбургеров. Ну, естественно. Так я тогда не против. Давайте, ребят, мы садимся сюда. Это что, это даже был не сыр? Почему это даже был не сыр, ребят? Если это был бы сыр, я бы, ну, туда бы упал, там, как бы, видите? Да, конечно, Спанч Боб настолько сильно подготовился, видимо, он знал, что, скорее всего, я буду сбегать, ну, понятное дело. Видите, сколько он мин просто тут подоставил? Я в шоке. А это, ребят, что еще такое? Нет, я, конечно, понимаю вот эти все странные препятствия, но вот это... Типа, знаете, ну, это очень странное препятствие. Тут еще нужно успевать. То есть, видите? Я еле как успевала, я в шоке. Да, наверное, ну, знаете, не каждый такой сможет пройти. Что? А что тут делает Гримас Шейк, ребята? Нет, ну, знаете, я просто нахожусь в тюрьме, тут я вижу Гримас Шейка. И вот этого я не помню, это из Щенячьего Патруля вроде... Я не знаю, как его зовут, ребят. Как этого зовут из Щенячьего Патруля? Потому что я вообще забыла... Вот, и получается, и Гримас Шейк тут, знаете, лучшая компания, мне кажется. Не знаю, я так зла Спанч Боба, что он ставит настолько сложные препятствия, что даже я пройти особо-то и не могу. Так, а вот, ребят, мы с вами выбрались как раз-таки к Спанч Бобу. Так, что у нас тут есть? Тут у нас есть... О, так вот, получается, Щенячий Патруль, Гримас Шейк. Ладно, нам это все неинтересно. О, ты что, уже за мной бежишь? А что ты тут делаешь? А успеешь записаться и поставить лайк за 3 секунды? 3, 2, 1. Молодец! Да ну-ка иди сюда! Ребят, вы просто видели, как за мной побежал Спанч Боб? Я вообще просто в шоке, вы видели? Так, ну и где она? Она же где-то тут была! Так, я думаю, в принципе, я уже могу выходить для того, чтобы нажать кнопку. Так, думаете, я успею? Все, я успела нажать на кнопку? Ну вот ты попалась! Да, Спанч Боб, попалась, тем более уже и не в первый раз. Сколько ты раз меня ловил, я не знаю. Так, хорошо, ребят, давайте мы с вами быстрее пробежим. О, так посмотрите, тут какие-то странные есть бутылки. Потом вот видите, такие камни странные. О, Спанч Боб, ты чё? Ребят, вы видели? Он просто со второго этажа раз упал и все. Так, ладно, ребят, нам нужно что-то с этим делать, потому что, ну, Спанч Боб, это ненормально. Спанч Боб, ну, хватит уже. Да, и знаете, и получается тут еще такие пузырьки, это значит, что мы с вами сейчас, ребят, находимся под водой. На самом деле, это так классно, так, Спанч Боб, все, не беги за мной. Блин, я не успел поймать, как так?
Ну вот все, Спанч Боб, теперь ты реально не сможешь меня поймать. Только, ребят, посмотрите просто, это вот будет сложно. Так, хорошо. Прыгаем, окей. Прыгаем, все. Прыгаем, так. Оп, о, ребята, эти лазеры, это настолько сложно. Нет, это прям на конце случилось, ну нет. Так, хорошо, прыгаем. Так. Боже мой, ребят, меня так принесло. Вы видели, я, получается, прыгнула. И должно было бы как раз под моими ногами должен, ну, как бы лазер должен был пролететь, и я успела еще раз подпрыгнуть. Вау, ребят, посмотрите просто на этот туалет стиле Спанч Боба. Вы просто видите? Да, здесь, конечно, такое красивое зеркало. Это шутка. Но мне больше всего, что тут нравится, это, конечно, обои, вот эти вот дверцы. Боже мой, ребята, что это за клиенты у Спанч Боба, которые не смывают туалет? Боже мой, они что? А это, ребят, что такое? Фу, ну тут воняет просто на весь туалет теперь. Так, ну это чистый, хорошо. И как нам теперь выбраться? О, ребята, посмотрите, тут есть какая-то яма, да еще и лопата. Давайте с вами с помощью этой лопаты выкопаем яму. И будет вообще просто отлично. И тогда, ребят, мы сможем с вами наконец-таки сбежать от Спанч Боба. Все, ребят, мы с вами проделали яму, и сейчас мы находимся в какой-то помещении. Вы видите? Вот как раз-таки у нас тут есть какие-то камни свисающие, это будто сосульки какие-то, не знаю. Потом вот такая камни разные, вообще очень много всего. А вот и Планктон. Планктон, ты что за мной следишь? Нет, я не слежу, просто мне интересно, чем ты будешь заниматься. Ну да, Планктон, я ж знаю, что ты тоже хочешь секрет рецепт Красбургера, но тебе его не видать, ведь знает только его я, а я не скажу так, я сама хочу сбежать отсюда как можно скорее. Так, хорошо. О, ребята, вы смотрите, что это, конечно, за лава течет. Ну, хотя это похоже вообще не на лаву, а на какой-то водопад. Так, ну, вообще, на самом деле, это легко было. Да, ребята, ну, смотрите, настоящая лава, это не фейк. Ладно, я шучу на самом деле. Окей, хорошо, так, мы идем с вами туда. А вот и Крабсбургеры, блин, я бы их скушала, но мне надо бежать. Но, ребята, вы просто посмотрите, насколько они аппетитные, боже. Знаете, ребята, я сразу аж захотела есть. Тем более, ну, Крабсбургер, ребят, ну, мне кажется, каждый фанат Спанч Боба хотел бы попробовать Крабсбургеры. Не, реально, серьезно, было бы очень бы классно, если бы, ну, каждый из нас смог бы реально поесть Крабсбургеры. Да, я что, говорю, что прошла? Что такое? Так, вот видите, это вообще непонятный какой-то камень. О, ребят, реально, смотрите, мы будто реально под водой, видите, тут песок, получается, и из песка выходят вот такие пузырьки воздуха. Что это за эти, на самом деле, ну, делают прикольно? Не, а что? Я не успевала, ребята, я же сразу выбежала. Так, все, ребят, давайте мы с вами попробуем еще раз, ведь я уверена, что сейчас у нас и вправду получится. Так, хорошо, давайте мы с вами прижмемся к стенке, чтобы нас вот этот вот, получается, мяч никак не прибил. Теперь, ребят, интересно, мы с вами сейчас успеем добежать или нет? Что? Ребята, мы правда с вами успели добежать? Я в это просто... Я глазам своим поверить не могу, что мы правда успели. Слава богу, ребят, что мы с вами смогли это пройти, потому что я правда думала, что мы с вами не сможем это пройти. Окей. О, ребята, да неужели? Посмотрите, это ведь Патрик. Вот и Патрик. А ну-ка, иди сюда, ты че? От моего друга Спанч Боба убежал? Нет, Патрик, ты чего? Я вообще таким не занимаюсь. Это ты хотела наш секрет рецепт украсть? Я вообще не хотела, Патрик. Ну, я ж само солнышко. Ага, конечно. Ты что, Патрик, мне правду не веришь? Ну, я не знаю. Ведь это так и есть. А вот и Патрик. Патрик, откуда ты взялся? Я тебя, конечно, не заметила. Ладно, нам придется с тобой раздаться, ведь я не... Ну, как бы... Блин, теперь я не знаю, что мне делать, я не смог ее поймать. Ну да, Патрик, ты не смог меня поймать, ведь ну, нужно было как бы быстрее бегать. Да, конечно, Патрик такой классный, я бы хотела бы с ним пообщаться. Но, ребят, мне все же нужно уходить отсюда, потому что, ну... Все же, Спанч Боб, возможно, меня ищет или что-то типа такого. О, смотрите, опять Римашейк с этим щенящим патрулем. Да, ты видишь, смотрится, знаете, странная комбо. Так... И давайте уже поедем сейчас на этом лифте. Интересно, куда он нас сейчас приведет? Я надеюсь, он, естественно, нас приведет к выходу, и нам не придется делать такой вот, знаете, огромный-огромный путь. О, смотрите, мы с вами приехали вообще на какое-то странное место. По правой стороне у нас кафетерия, и по левой у нас обучение по безопасности. Ну, как всегда, ребят, у нас кафетерия закрыта, ведь сначала мы должны пройти обучение по безопасности, поэтому я нам предлагаю... А, вот...
Планктон, ты чё, вырос, ребята? Мы не видели планктона буквально пару минут. И видите, где сейчас планктон? Первый планктон вырос. Второй планктон, что ты тут делаешь? Ты что, правда за нами следишь? Ты нас отслеживаешь или что-то типа такого? Да нет, просто, ну... Так и скажи, что ты за нами следишь, и ты выискиваешь секретный рецепт Крабсбургера. Мы тебе его не скажем никогда. Хорошо, вот, ребят, мы с вами выпили газировки. Просто посмотрите, как мы от газировки, видите, значит, ну, получается, от энергетика. Мы начали быстро бегать, видите, сразу у нас энергия появилась. Просто, ребят, посмотрите на эту суперскую комнату, видите, у нее обои просто шикарные. Внизу жалко, что ничего нет, и знаете, да, просто мы видим с вами ананас, и это будто какие-то водоросли. Я не знаю, что хотел сделать этим сам автор. Вот, видите, тут получается желтый и синий цвет. Классное сочетание. Ой, фу, ребят, простите, это у меня вышло случайно. Я, правда, не хотела, чтобы мне выходила там какая-то отрыжка или что-то типа такого, но, ребят, оно само вышло. Извините. Так, хорошо, давайте с вами поднимемся по этой лестнице. Что же это? Это телефонный центр для посетителей. Блин, представляете, сейчас моя мама придет, а у меня тут крабсбургеров нет. Давайте мы с вами, знаете, типа, попросим маму, чтобы она нам купила крабсбургеров, потому что я, на самом деле, очень голодная. Тем более в тюрьме Спанч Боба. А, кстати, почему вы с вами в тюрьме Спанч Боба, и мы все еще с вами не видели никаких крабсбургеров? Я бы не против была бы поесть. Ну, я хотя не знаю, сколько это раз уже сказала, что я не против поесть крабсбургеров. Просто я реально настолько сильно хочу их поесть. Так, ребят, а что если мы с вами поставим сюда лестницу? Видите? И мы с помощью этой лестницы сможем открыть вот эту вентиляционную клетку. Клетку. Я так странно это сказала. Я не могу ее открыть, все. А вот так смогу открыть? Отлично, ребят. Мы ставим с вами вот эту штуку. И теперь, вот так, давайте ее направим. Все. Отлично, ребята, видите, наш план сработал. И теперь, ребят, посмотрите, где мы с вами оказались. Мы сейчас с вами находимся в вентиляции, видите. Получается, у нас тут работает вентилятор вовсю. Видите, меня просто сносит с ног. Так, давайте просто будем аккуратненько с вами бежать, чтобы нас, ну... окончательно никуда не снесло. Отлично, за нами еще бегает какая-то девочка. Давайте мы с вами будем осторожнее тогда. Так, внизу у нас вот такие шипы. Так, все, прыгаем сюда. Здесь на самом деле столько много труб, ребят. Вы видели когда-нибудь вентиляцию настолько огромной? Я, допустим, вообще никогда не видела. Так, закройте клапаны. Да, нужно закрыть клапаны, потому что тут, видите, выходит какой-то токсичный воздух. Поэтому нам нужно все перекрыть. Так как, ну, ребята, если будет выходить токсичный воздух, то, сами понимаете, мы с вами не сможем никак пройти через туда, и все. И мы с вами не сможем сбежать. А я бы хотела бы сбежать отсюда. Потому что, ну, ребята, меня не устраивает за то, что я даже не знаю секретного рецепта Крабсбургера, а меня посадили в тюрьму. Нет, я все, что хочу, уже свободы, и я уже насиделась в тюрьме. Целых 2 минуты я просидела в тюрьме, не больше. Ну, как в тюрьме, в клетке. По крайней мере, я все еще нахожусь в этой тюрьме. Хорошо, так, пробегаем через сюда. Так, прыгаем вот так. Отлично, ребята! Я на самом деле так рада, что у нас все с вами получается. И я бы, кстати, хотела бы увидеть кого-нибудь бы еще, потому что мы с вами, получается, за это время, пока я нахожусь в тюрьме, мы с вами видели только Спанч Боба, но это естественно, и Патрика. Да ё-моё, ребята, я почему-то просто запрыгнуть не могу. Так. Что? Ребята, что это такое? Вы серьезно? Я просто в дырку не могла попасть. Ну, получается, в этот квадрат. Так, хорошо. Ой, ребята, я не заметила совсем. Это, получается, вентиляторы. И видите, мне нужно просто вот так прыгать. Давайте мы с вами будем прыгать аккуратнее. Нам нужно прыгать, получается, по вот этим желтым штучкам. Если мы с вами не будем прыгать по желтым штучкам, то, ребят, мы сразу упадем с вами. А нам этого не нужно, нам нужно аккуратно. И все, отлично, ребят, мы с вами тоже это с легкостью прошли. Я, на самом деле, так рада. Так, хорошо. А вот это, кстати, мне вот момент очень-очень нравится. Не знаю, он какой-то забавный. И все. Так, ну когда мы с вами уже попадем в эту кафетерию, которая у нас была по правой руке? Потому что я, на самом деле, очень сильно проголодалась. Так, этот выход закрыт. О, ребята, так посмотрите. Это что, Сквидвард? Ребята, просто глазам своим поверить не могу. Это и правда Сквидвард. Да, только я не понимаю, что случилось со Сквидвардом, вы видите. Его будто... немножко расширила. Что ты там сказала про меня? Расширила? Да ты сама видела себя?
Ну, Сквидвард, а что ты обычно ешь? Ну, мой день состоит из крабсбургеров. Из крабсбургеров? А, ну тогда понятно. Не хочешь еще немножко крабсбургеров съесть? Ммм, как вкусно! О, ну да. Ребят, конечно, это настолько странно, что Сквидварда, ну типа, Сквидвард такой пухленький стал. Но он так теперь забавно выглядит. А то Сквидвард постоянно ходит с таким, знаете, лицом. Ну вот как сейчас видите, он такой грустненький. Да. Вот видите, это получается у нас кафе. Спанч Боба, Сквидварда и вот эти все персонажи. И оно на самом деле так миленько выглядит. Видите, тут получается бочки такие, вот такие столики, да. Только все это, что странно, что это находится, это кафе, находится в тюрьме, да. Не знаю, наверное, тюрьма мечты, можно так сказать, если у вас такое в кафе так находится. И просто, ребят, посмотрите на эту горку, уху! Так, и сейчас мы с вами подлетели и приземлились сюда. Давайте мы с вами в воде покупаемся. Ой, ну, только почему меня рассыпало, ребят? Это ж просто вода! Ну ладно, я, в принципе, не прочь еще раз прокатиться по этой горке, потому что, ну, не знаю, это выглядит прикольно. Все, нас тут останавливают, и сегодня мы с вами можем просто спокойно побежать. Отлично, все, так, ну, наконец-то. Выход, ребята, да ну! Это реально выход? Так, а, ну, еще не выход. О, посмотрите, ребята, тут какие-то у нас есть и лазеры, куча лазеров, просто, видите? Так, давайте через эти лазеры пройдем осторожно. Осторожно, я это, естественно, не пройду, осторожно! Вот сейчас, ребят, реально, давайте пройдем это. Все, вот так, просто идем. Так, все, идем сюда. Отлично, и теперь у нас осталось только две волны лазера, получается. Все, так. Идем. Отлично! Все, ребята, мы с вами это прожили. И теперь нам осталось добежать только... Ага, тут выход у нас перекрыт. Используйте металлические доски, чтобы перейти. А я не могу, не смогу перепрыгнуть. А, ну да, тут же просто токсичная вода какая-то непонятная. Получите свои доски здесь. Хорошо, давайте с вами возьмем доски, чтобы нам перебраться на другую сторону. Хорошо. Видимо, мне сегодня явно не везет, потому что, видите, я беру доску, она у меня просто падает и все такое. Там, давайте вот так просто остановимся и поставим. Отлично, ребят, вот сейчас, знаете, это нужно делать спокойно. Знаете, настраивается, и все будет просто отлично. Все. И теперь, ребята, а вот и Спанч Боб, стреляйте в оружие, хорошо? А ну-ка, иди сюда! Это как ты мне надоела? А, в смысле я тебе надоела? Ну, Спанч Боб, давай мы с тобой договоримся так. Ты меня, ну точнее, с тобой поговорим, ты меня посадил ни за что. Ну как, я просто хочу, чтобы это осталось в секрете все. Его первая рука уничтожена, нам, ребята, осталось просто уничтожить его вторую руку. Видите, о, сейчас нам нужно перепрыгнуть, видите, у него сейчас только одна рука стреляет. Зачем ты это делаешь? Потому что, Спанч Боб, ты меня просто посадил ни за что. Все, ребята, вы видели, что только что произошло со Спанч Бобом? Мне на самом деле его немножко жалко, но это был Спанч Боб робот, поэтому. Вот, видите, тут у нас машина, Губка Боб, Планктон, опять ты тут? Ты что, со мной сбегал все это время? Ну да, я просто тебя не говорил. Планктон, ну я не хотела вообще с тобой, это ну как бы не хотела тебе помогать как-то, ну ладно. О, пока-пока, дом Спанч Боба. О, это еще и дом Сквидварда, блин, тут на самом деле так классно, видите? Куча домов Сквидварда, куча домов Губки Боба, вообще так классно. Планктон, я вот буду отсюда, вот в тебя, видите? Я в него просто кидаю бургеры, потом вот эти ананасы, яблоки, блин, это так забавно выглядит. Так, ребята, нам нужно подняться аж вот на ту гору. Блин, даже жалко, что я сбегала от Губки Боба. Так, все, прыгаем вот так вот. И теперь поднимаемся. И все, ребята, посмотрите. Я сбежала в одно время с девочкой. Видите, мы запрыгиваем с вами на вертолет, ребят. Я на самом деле так рада, что мы с вами сбежали с тюрьмы Губки Боба. Потому что, ну, не знаю, это очень классно. Итак, ребята, посмотрите просто, где мы сейчас с вами находимся, видите? Тут просто
Вот моя картошечка фри, которую я просто обожаю. Потом вот, видите, дома Спанч Боба. А вот и сам выход. Ставь лайк, если понравилось это видео. Подписывайся на канал и жми колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Ну а пока, переходи в следующее мое видео. Увидимся там.